Добрый день, меня зовут Наталья Сахарова, я супруга пастора, церковь на скале, город Варна. И Бог дал нам такое видение, чтобы мы приобрели здание церкви в виде такого дома или пансионата, чтобы это было на природе, не так далеко от моря. У нас есть несколько целей, краткосрочные цели. Это служение служителям, чтобы они не выгорали, чтобы они восстанавливались, чтобы они приезжали здесь, на свежем воздухе, на море, чтобы они восстанавливали свои силы физические и духовные. И долгосрочная цель, это долгосрочное видение, вернее, это служить детям, инвалидам, детям с детским церебральным параличом, детям с аутизмом, чтобы мы могли делиться с ними своими прикосновениями, своей любовью. Самое важное – это прикосновение Духом Святым. Мы заключили договор с покупателем, с продавцом этого дома, договор, что мы в течение 2 лет выплатим сумму, эта сумма 200 тысяч евро. Слава Богу, нас благословили 1/4 на этот дом, и мы уже, нам осталось 3/4 выплатить, и у нас срок 2 года. Поэтому мы обращаемся ко всем неравнодушным. Если это видео коснется ваших сердец и расположит вас для того, чтобы вы могли как-то пожертвовать финансами, может быть, мебелью, сантехникой, приехать сюда послужить руками или словом, или молитвой, мы всему будем рады. Мы принимаем всякое благословение, и материальное, и духовное, и будем ждать вас. Если у кого-то откликается, пожалуйста, отзовитесь. Мы в конце видео приложим наши координаты, наши телефоны, банковский счет и так далее. Сейчас мы сделаем небольшое такое видео по дому, чтобы вы могли его увидеть. Здесь мы планируем зал, который в будущем хотим расширить. Между прочим, у нас даже я даже знаю, у нас не был. Это первый этаж. Здесь комната, чтобы для тех, кто мог переночевать, остаться. Здесь комната для детского служения. Дети могут выбегать на улицу, там тоже активно развиваться. Здесь будет еще пасторская комната. Слава Богу! Здесь мы планируем кухню, гостиную сделать. Наши уже члены церкви привозят мебель. Не знаю даже, кто вот только завез, мы сегодня пришли. Поют птички. Внизу хотим поставить барбекю. Огород засадим. Слава Богу! Это мы, конечно, видим все пока в духовном плане и провозглашаем это материально. Вот такие комнаты. В каждой комнате есть душ, туалет. То есть люди могут приезжать, отдыхать, восстанавливаться духовно, физически. И еще на этом этаже несколько комнат, но мы не будем их все показывать. И есть еще будущий 3-й этаж, где мы думаем или сделать, ну как Бог даст, или большой зал на 3-м этаже, в общем, или это какой-нибудь спортивный зал для восстановления.
Пока это просто открытая зона. Да, здесь при тоже... желании можно пристроить еще один этаж. Да. С видом на море. Чуть-чуть. Там оно. Ну вот такие у нас откровения, такие видения. Берем, конечно, мы это верою. Церковь у нас небольшая пока, но я верю, что Бог приведет своих служителей, своих помазанных людей, которые посвятят и посвящают уже свою жизнь Богу. Всем привет, и все неравнодушные, отзовитесь.